Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы и случайные зрители. Усаживайтесь поудобнее. Сегодня у нас пойдет речь о том, как с помощью водки избавиться от нитратов. Да, дорогие друзья, водку применяют для этих целей и не только для этих целей, кстати, в аквариумистике. О других целях мы еще поговорим позже. В чем суть? Суть такова: добавление небольшого количества водки провоцирует резкую вспышку денитрифицирующих бактерий, которые и начинают перерабатывать нитраты. Это, конечно же, кратенько. Не будем использовать сейчас никакие формулы. Главное, что это работает. И то, что это работает, проверено на себе уже многократно. Что делается вообще? Как это все делается? В первый день одна капля водки на каждые 10 литров аквариумной воды. На второй день добавляется по 2 капли водки на каждые 10 литров аквариумной воды. И в третий день мы добавляем по 3 капли на каждые 10 литров аквариумной воды. Ну а для того, чтобы мы добавляли правильно, нам необходимо рассчитать объем своего аквариума. Как это делается? Для того, чтобы рассчитать объем своего аквариума, нам понадобится его измерить. И нам понадобится узнать три его величины. Сначала померяем высоту нашего аквариума, потом ширину, и в конечном итоге нам еще нужно будет померить длину аквариума. У нас получается три цифры. В моем конкретном случае получаются следующие цифры: 40 см, 45 и 40 см. Теперь нам необходимо эти цифры перемножить между собой и умножить на 0,1 тысячную. Получается примерно, по моим расчетам, 72 литра, тот аквариум, который мы сейчас будем видеть. А округлим его до 70, так как этот, так сказать, расчет не совсем точен, то есть он приблизительный, Рассчитали. Что получается? В первый день я буду добавлять по 7 капель, на второй день по 14 капель и в третий день по 21 капли. Другими словами, я буду использовать, конечно же, шприц для удобства. И в первый день я буду наливать 7 рисочек водки, на второй день я буду мерить по 14 рисочек и в третий день по 21 рисочке. После того, как мы 3 дня в подряд прокапали водку, резко прекращаем лить алкоголь, и бактериям ничего не остается делать, как потреблять нитраты из чувства самосохранения. Эта дозировка, конечно же, не для маленьких аквариумов, а приблизительно для 100-литровых аквариумов и больше. Поэтому я и округлил, в принципе, в меньшую сторону. Просто в маленьких аквариумах очень тяжело рассчитать так, чтобы не навредить рыбкам. И я в целях безопасности говорю, что лучше применять этот способ в 100-литровых аквариумах, особенно если у вас нет опыта. Но есть одно но. Чем больше аквариум, если аквариум уже достигает 250 литров, 500 литров и больше, то, соответственно, и водку надо увеличивать, дозу водки надо немножко увеличивать, и количество дней тоже необходимо немножко увеличить. И самое важное, чуть не забыл сказать о том, что может появиться небольшая бактериальная муть.
Это нормально, не стоит этого бояться. У меня, как видите, сейчас мути не появилось. В какие-то другие дни, когда я делал этот же метод, использовал, у меня муть появлялась, когда-то не появляется. Все зависит от количества бактерий, которые там появятся, и от того, как они будут работать. Ну, в общем, весь метод перед вами, я думаю, не все, я думаю, об этом знали методе. И если вы лично не знали, и вам понравился этот метод борьбы с нитратами, обязательно поставьте лайк. Напишите какой-нибудь комментарий, если вы будете использовать этот метод, как у вас он прошел, понравился он вам, не понравился он вам, как быстро избавились от нитратов и как чувствуют себя рыбки. А у меня на этом все, всего вам доброго и до новых встреч, до свидания.